Собрать ребенка в школу – миссия, ответственная не только для родителей, но и для детей. Как поется в известной песенке из кинофильма «Чародеи», главное, чтобы костюмчик сидел. Конечно, хороший, долготерпеливый костюм, аккуратные, крепкие туфельки и стильная немаркая рубашечка создают образ идеального ученика. Девочкам, кстати, очень подходят бантики. Кто-то подготовился к школе заранее, выбирая модели прошлого года, отличающиеся по цене и фасону от новых, только сошедших с производства. В этом году Центральный универмаг предоставляет школьникам огромный выбор школьных принадлежностей и формы отличного белорусского качества. Одежда очень красивая в этом году, поэтому вот мы видим, как дети примеряют, и мы просто ими любуемся. Она вызывает восхищение. Ну, основной поставщик и производитель этой детской одежды для девочек – это закрытое акционерное общество «Калинка», наш белорусский производитель. Одежда для мальчиков представлена также очень широко. Значит, нам их поставляет фирма «Белкреда», город Новогрудок, Равчанка, Баранович и Тавифа, Минская область. Сегодня рынок пестрит фирмами и компаниями разных стран, которые предлагают свои товары со своим качеством и ценами. Не уступает и продукция белорусского производства, причем спрос на нее растет. Но что же выбирают брещане и гости города над Бугом? Только вот начинаем собираться, мы вообще с Кобрина приехали посмотреть разницу в выборе и в ценах. Выбор, конечно, намного больше, чем у нас в Кобрине. Цены такие же, вообще приемлемые. Очень понравилось сарафан нам, и юбка понравилась. Только спортивные костюмы мы не подобрали, так что-то не очень понравилось. Ну, цены так, в общем, можно купить. Мы, в принципе, все купили белорусское. Все, и старались именно белорусское, потому что ребенку на каждый день ходить в школу хочется, чтобы качество было. Все-таки белорусские товары – это качественные. Мы уже готовы к школе, собрали ребенка. Ну, некоторые товары нас устраивают, некоторые не устраивают. В основном все устраивает. Мы приобрели у вас очень много, почти все здесь купили, школьную форму, блузочки белорусские. Мы приехали из Санкт-Петербурга, да, накупили у вас много чего. К школе готовы. У родителей еще есть время, чтобы приобрести все необходимое. Но скоро сентябрь, а потому следует к ответственным покупкам подойти соответственно. А магазины города в этом помогут, предоставив полный ассортимент товаров в школе на любой вкус.